Как ни странно, но чем дальше уходит развитие человечества, тем большее количество людей начинают верить в те или же иные суеверия. Такая же ситуация произошла и с приметой, которая связана с Ильиным днем. Многие думают, что после указанного праздника, отмечающегося ежегодно 2 августа, купаться категорически нельзя только лишь потому, что в свое время Илья Пророк остудил воду в этот день и в нее нельзя лезть. Но если немного уйти от суеверия, то на подобные указания есть свои причины. Другими словами, купаться после указанной даты действительно не нужно. Но почему? Если посмотреть на календарь и на поведение окружающей человека природы, можно с легкостью заметить характерные для похолодания изменения. Так, вода действительно становится холоднее, что знаменовывает приближение осени. Однако понижение температуры происходит уже с середины лета, а не конкретно 2 августа. Именно поэтому многим людям, которые легко простужаются, рекомендуют заканчивать водные процедуры после середины июля. Безусловно, верить в приметы и мистические истории никто никому не запрещает. Но наравне с подобными мнениями существует и логичное объяснение подобных явлений. Однако сам человек может определить, подходит ему та или же иная температура или нет. Ориентируясь на собственные ощущения и мнения специалистов, вы должны прийти к самостоятельному решению, стоит купаться после 2 августа или нет.